Як, я обещал, что лето было летнее. Вот такие цветочки покажу. Ну или еще тут цветочки. Вот. Для того, чтобы как-то показать, что это действительно летом снято. Вот. Тут такие квиты. Вот. Зараз пройду трохи, покажу деревця. Взагалі-то я хотів показати ще мільйона пощіпаку, но поки я, як і обіцяв, от, буду з квітів світов от, показувати. Немножко, як би, відвлікає, тому що просто, коли вже смотрять обзор как кого-то конкретного, это уже немного не летнее, а хочется показать лето, а летом особо вот такой красоты мало, чтобы показать. Вот у меня оранжевого цвета нет. Ой, и когда я приседаю, короче, я загораживаю весь свет на квитах. Тут моя только тень видна. Видна только моя тень. Вот что могу констатировать. Только моя тень видна. Тут кто-то вот так вот повесили кольцо для мячика, чтобы кидать. Смотрю, покупную, но не сделано так, как раньше делали. Потому что так, как раньше делали, все сломали. Поэтому не могу сказать, кто и как раньше делал. Но кольцо весело покупали. Хрупкое, простое кольцо для мячика. Вот. Вот, это вот такой вот пощипака. Миньон. Я не знаю, как он правильно говорит. У него... В общем, я в прошлом видео рассказывал, почему пощипака или миньон. Я, в общем, не знаю, как правильно оно говорится. В общем, я думал почему-то, что это мальчик или девочка, я не знаю. Но, наверное, я думал, что это девочка, потому что вот тут вот юбка. Вот тут вот вверх от юбки, я не знаю, как она правильно называется. Вот это вот рюкзак, тут должна работать кнопка для того, чтобы он махал рукой. Но рукой он не махает, потому что рука как бы сломана. Вот, кнопка. Вот так вот там руку можно нажать. Что-то он, в руке какая-то игрушка, но я про эту игрушку ничего сказать не буду. Это игрушка. Вот. Я сам не понимаю, что это за игрушка, поэтому показываю вот так вот и всего, что я могу показать по этому поводу. Вот. Это вторая рука не шевелится. Вот эта вот рука шевелится, но дело в том, что кнопка сломана. Ну так давно лежал у меня, в общем, в коробке, что сломалась кнопка. Я не знаю, когда и почему. Вот такие вот у него глаза. И глаза почему-то смотрят как бы убок. Вот это вот такой вот рот. Рот у него тоже вот такой вот, но зубов только видно сверху. Снизу почему-то нет зубов, забыли сделать. Или как они сделали, я не знаю. Сверху? Сверху у него вот такая вот прическа, но тут вот для чего-то дырочка треугольная, я не могу сказать для чего. Сверху. Вот. Ветер продувает. Ветер продувает. Я не знаю, насколько меня слышно через ветер, поэтому буду говорить максимально громко, насколько позволяет ветер. Вот. Сзади, ну вот как-то так вот, рюкзак вот такой, красивая эта кнопка вот была, для рюкзаки. Кнопка должна нажиматься, но она не нажимается. Снизу выглядит вот так вот, тенечки без тенечка, я не знаю, как правильно навести, думаю, будет видно. Вот.
эту вот всю как бы красоту. Я извиняюсь, что в кадре попала моя рука. Рука собственно создает как бы и тень. Иногда, чтобы лучше было видно, а иногда мешает. Поэтому я извиняюсь, руку я вырезать не буду. Хотя в одном месте бы стоило ее вырезать. Мне просто не хочется. Вот. Перчатка вот такая на нем. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Комментировать нельзя, так как это детское видео. Поэтому подписывайтесь на канал и ждите еще летних видео.